Сегодня Следственный комитет рассказал о передаче, которая своей убийственной простотой просто обескураживает, уничтожает веру в человечество и приводит к мысли о том, что уж лучше бы таких брали в космонавты. Передача законченного следствием уголовного дела в суд подразумевает скорое судебное решение по статье 105 части 1 «Убийство». В очередной раз пьяная поножовщина вспыхнула для того, чтобы жертва ответила за базар, за то, что назвала будущего резчика ни козлом, ни гомосексуалистом каким, и даже маму его не оскорбила, а употребила в суе слово «космонавт». Жил-был, тогда еще на воле, в Таллинце 53-летний мужичок. Ничем особо не выделялся, в тюрьме не сиживал, не привлекался даже административно, по мелочи, даже не работал нигде. Но отличительная черта у него все же была. В советской армии он свои срочные 2 года отслужил в космических войсках. Высоко не залетал, звезд с неба не хватал, нахватывал только зайчиков, бывало, если щитком не пользовался. Утром 27 апреля этого года, несмотря на понедельник, он был пьян. А в гостях у него была подружка 3 годами младше, тоже не работавшая по понедельникам и по остальным дням недели, и тоже бухонькая, игривая. И вот как-то так вот ласково играючи сказанула она ему что-то типа «Космонавт ты мой». В материалах дела сухо зафиксирован его ответ ей. «Ну, какой я космонавт? Я служил в космических войсках лишь сварщиком, а сам при этом в руках держал ножик, которым готовился всего лишь настругать закуски. И его подружка это понимала, но не догадывалась, какой он исполнительный, когда, притворно испугавшись, пошутила последний раз в своей жизни, сказав: «Ну тогда режь меня, если ты не космические войска». Он возьми да исполни последнее желание женщины со всей своей пьяной галантностью. Несколько ударов ножом, и кокетка мертва. Невольно вспоминается Новиков Прибой, описавший в романе «Капитан первого ранга» подобный случай, когда весельчак и любимец команды рулевой матрос Панфилка в шутку поинтересовался у Кока Жеребцова, разрубавшего бычью тушу: «А ну-ка, кухонная чумичка, можешь ли ты мне с одного взмаха отрубить голову?» Тот ответил: «Клади голову на чурбан». Весельчак положил, и повар привычным движением одним махом Панфилкину голову оттяпал. Осознав, что наделал, мужчина вызвал на себя 0-2 и сдался гостям на пороге. Домой он теперь вернется минимум через 6, максимум через 15 лет. А Кок Жеребцов, напомним, был сослан в психушку. По оконцовке не можем не привести мудрожизненную цитату о вреде и коварстве даже самого, казалось бы, мирного пьянства. Ни злоумышленник, ни его жертва нигде трудоустроены не были, к уголовной и административной ответственности не привлекались, на учете психиатра и нарколога не состояли. Поэтому особых предпосылок к тому, чтобы рядовое застолье закончилось так трагически, не имелось, что лишний раз доказывает, что с пресловутым зеленым змеем связываться опасно, даже если ты давно знаешь того, с кем сел за один стол. Конец цитаты от начальника пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых.